Да нет, ты еще выздоровел. Хватит, не смеши, ёпта. Ой. Да нет, нет, нет. Все? Я уже снимал. Не гони, давай. Вот участие в съемке, втором съемочном дне нашего проекта. Он нам будет помогать, нам будет помогать, он будет нас настраивать. Сейчас попрошу, сейчас погоди. Ну, давай, пока просто. Я уже снимаю, кстати. Не-не-не, я сейчас не скажу просто слова. Мне нужна Лена, чтобы она записала, я их не запомнил. Просто я пока всех это организовал, то я не запомнил сам. Вам объединяться разом. Я понял. Та тебе не час? Та отпускай, я ж держу. Можем напечатать, поставить сюда, ты будешь читать просто. Да, отлично. Давай. Суфлер. Я тебе потом, Андрюх, я тебе потом скину перечень этого, потому что мы не по порядку. То есть я тебе потом порядок скину. Не обжусь. Точно? Точно. Смотри, вот она. Сейчас я. Сейчас, подожди. Ты выровнять? Да нормально. Короче, во втором съемочном дне нам присоединилась группа Наживо, и один из их участников – это битбоксер Саша. Добрый вечер. Сейчас за ЗАГСом мы проводим второй съемочный день нашего видеоролика, который выйдет совсем скоро. Вы ждите. Это видеоролик посвящен проекту, который мы будем также сам проводить скоро. Сейчас у нас вот стоит видеооператор, который снимает хаски, вот Андрей Демьяненко. Да. Именно профессиональной съемки будет зависеть от его обработки и монтировки. Вот. У нас сейчас стоит готовиться к контрольному видеозачету, это Даша Костенко, вот, правильно сказал, видите. И скоро все участники вот снова тоже тренируются, выйдут и покажут, продемонстрируют. Причем тренируются в прямом смысле. Да, тренируются в прямом смысле. Вот, это команда развития города «Молодежка». Ждите нас, и мы вам покажем видос.